Всем привет! Арака Шонкла, блог. Vamos a hacerle un tour por la cocina y vamos a hacer desayuno. ¿Cómo se dice desayuno? Завтрак. No, завтрак. Завтрак, mañana. Завтрак. 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 Sí, vamos a preparar el завтрак. El завтрак. Podemos ver que tenemos huevos. Maxi. Anyuta. Что будем кушать? Vamos a comer будем. Будем, если vamos a comer. Будем, будем. Что будем кушать? ¿Está bien? Te tienes que decir siempre bien. Ahora tienes que decir мы будем пить чай. ¿Qué? Мы будем пить чай. Мы, pero tú dices мы, no dices мы, dices мы. No, мы. Мы. Мы будем пить чай. Мы будем... Мне гучит пицца. Мне гучит пицца. Но, кому? Они так не поймут ничего, придется писать внизу. Мы будем, будем пить чай. Чай. А, ¿y por qué no lo dijiste así antes? Чай. Чай, té, té. Чай. Una nueva lección. Чай igual té en español. Té. Espanushka, ¿no? ¿Cómo se dice espanushka? Испански. Испански. Чай. Té. Fácil. ¿No es fácil? Lisco. 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 Té. Chai. Sí. Uroko Spanskla. Té. Chai. ¿Cómo se dice mesa? ¿Cómo se dice mesa? Stol. Stol. ¿Y mi silla? Stol. Stol. No, stol. Ah, stol. Silla. Stol. Mesa. Qué fácil, ¿eh? Pisco. Ñam ñam, ñam ñam. Comer. Это салат. Eso. Салат. Спанки. Салат. Салата. Не la blanca. Я бла. Я блоко. Я блоко. ¿Qué es eso? Manzana. Блоко. No está fácil. Manzana. Я блоко. Ya, porque ya. ¿Ya? Yo, manzana, ¿cómo se dice yo, manzana? Yo no soy una manzana. Ya blaca. Не яблака, а яблоко. А яблоко. Я хочу с яблоком. Яблоко, яблоко. Так, Маргарита у подружки. Маргариты дома нет. Как всегда, ее... Она ушла ночевать к подружке. Папа приготовил яйца с сыром. Которые невкусные, потому что не с сыром. Не, почему вкусные? А Ксюша рис... Ой, Ксюша сыр не нравится, что ли? Нет, сыр не нравится. Ну как это тебе не нравится? А, она, да, она сыр не ест. Тут у нас колбаска. Мне нравится, все равно не вижу. Хлебушек, маслица. Сенчик моет голову. Мам, ну... Только вон тем шампунем мой, который вонючий. Он воняет. Полезный. Он воняет. Полезный он. Вот такой вот шампунь мы покупали. Но это швейцарская марка. Швайц. Да, все Швайц. Волосы мыть? Конечно, корни особенно очень хорошо промазывают. А Марта сказала, что нельзя, все волосы только корни. С ума сошла? Все, это шампунь. Вот, хорошо, вот тут вот так вот. Чего? Да. Так, я уже лицо себе почистила, сейчас буду смывать гель. Лица. Мы пошли гулять и взяли с собой собаку. Нет, так, Гони со мной поедет впереди. Ты со мной поедешь? Поехали. Папа, молодец. С папой поедет. Симбомитарку. Папи! Нет, ее не будет тошнить. Ее тошнит, когда очень много поворотов. Да, Гонь, давай вниз. Все, поехали гулять? Понюсь. Поехали? Пристегнулись? Да, сейчас. Поехали, моя девочка, погуляем. Вот, посмотрим. Все, поехали. Ну, хороший такой ребеночек. Едем, едем, едем. Мира. Понюсь. Все хорошо? Все хорошо? Вот так вот. Она лежит. Да-да!
Открыли чупа-чупсы? Я еще нет. Ты еще нет? Открыли! Ксюша, скажи, она тебе откроет. Все, мы прибыли на место. Поездка прошла просто замечательно. С собакой все хорошо. Да, Бунь? Пойдем гулять? Все, выходите. Погружаемся. Да. Сейчас за стоянку заплатим. Вот Бунька сходила в туалет, убрали в пакет, и теперь нужно выкинуть. А выкидывать нужно в специальную мусорку, да? Да, там же было. Там есть даже специальные мусорки для этого. Вот сюда мы пришли, здесь место для собачек. Могут собачки бегать спокойно, без поводка. Но нашу я не отпускаю, потому что она убегает, я боюсь. Там дорога рядом, машины, вдруг на дорогу выбежит. И все. Мама, что? Королева мне не дает. Не дает мячик, там собачка бежит к нам, она мячик дает, чтобы ей покидали. Хочет поиграть. Она дает тебе мячик и хочет, чтобы ты покидал. Ой, лапка запуталась, вонь. Я бы ее отпустила, но я боюсь. Я сомневаюсь. Ну а вдруг она вот там же это все-таки открыто где-то есть. Мы думали, что она заинтересуется, но ей неинтересно. Больше Каролина играет с собакой. Да, Бонтик? Неинтересно тебе? Прохладно так? Не дает? Каролина, дай Максу кинуть один раз. Каролина. Ну, вот она, собачка. Сейчас мячик даст. Максу дай. Вот. И ждет она. Давай, кидай. Опа. Все, погуляли, замерзли. Нет, холодно. Мама, у нее они очень грязные. Каролина, как ты в машину залазить будешь сейчас? Я тоже не буду. О, все, поедем домой. Бонни наигралась с собачками. Загружаемся в машину. И ты Я крашусь, я же большая. А я тоже большая. Огромная. Да, я смотрю, вы огромные. Давайте все, садимся, холодно, я уже замерзла. Нет, на мое кресло, ты мокрая. Бонечка, ты вот так будешь? Нет, все, нельзя, только нельзя. Так. Вот ты на нее сядешь. Нет, не сяду на нее. Сейчас я рюкзак сниму. Ксюш, возьми мой рюкзак. Спасибо. Все, так поедем. Она так хорошо побегала. Мама, с собачками. Вот угу. Там сколько было собак? Штук 5-6 собак, наверное, было. И все девочки, только один мальчик. Да, все девочки, только один мальчик. Все, ну, поехали. Какие-то приходили и сразу уходили. Хозяюшка пришла, пришла. Хозяюшка пришла. Она скучает по тебе. Как погуляли? Ты гуляла сегодня? Нет? Дома сидели? Понятно. Ну хорошо. Позавтракали? А уже обед? До скольки спали? Я проснулась в 11. На полдвенадцать. Я тут решила блинчики испечь. И сразу на двух сковородках. Так быстрее. А то с одной буду долго париться. Тут немножко у меня приклеивается. Ну, так вот, и тут сразу раз, и второй подходит. Вроде масленица, если я не ошибаюсь, начинается, да, с понедельника, с 8 марта. Кстати, этот влог выйдет 8 марта, поэтому сразу всех поздравляю. Девочек, мам, бабушек. Что такое? Сейчас клюнешь головой. Ты хочешь головой по пол? А муж клевал был в тени. Ты что кричала? Бонни, выгули Марго. Ты лягушка? Блины! Блинчики горят! Маргита, не мешай мне. Марго! Где сюда? Сейчас у меня блин сгорит из-за тебя. Чупапи, чупапи. Чупа. Мама, раскрой мама, раскрой руки. Ну, вы чё? С ума сходите. У меня блины горят, девочки. Вы будете горелые кушать, понятно? Чупапи, мне больно. Иди гуляй. Thank you.
стеночки. Ну, пятки нужно к стенке тоже. Я уже сделала. Вот прям где вот этот вот. Прям отсюда мери. Уйди, все, ты уже не нужна. Вот, мери отсюда вот так вот. И вниз. Так, сколько у нас получилось у Ксюши сантиметров? 155? У меня 155. У Ксюши 147. А, Ксюша 147. Ну, давай еще иди раз. Иди сюда, Маргарит. Мам, давай еще раз. Давай. Уходи. Эй, нормально, встань. Вот тут? Да. Не, ну переверни, да. Так. Сколько? 140. 150. 149? Ну да, тут еще вот это. А, 150. Да. У Ксюши 150 рост. О, май. Give me this. Do this like this. Go down, down, down. Down, down, down. Не хватает. Ну, еще где-то 53. 153. Что, у вас разница в 3 сантиметра? Да, ей. 153, Маргарита? Маргарита 153, Ксюша 150. Что вот так делаешь? Мам, еще раз делай. Ах, ну. Хватит. Только я всегда... Это просто там, и потом там можно скип нажать, потом они уходят. Сейчас мозги все высосишь. Ну, пожалуйста. Говорит, что банана и... Не, банан... Мама, тут говорит, что банан и... И соль — это киви. Мама, помогу. Мама, что это? Копи. Каролина, ты что делаешь? Смотри, что она делает, она кусает сосиски. Нет, время... Доброе утро! Доброе утро! Время без 10:08, скоро спать. Сейчас все пойдут мыться, переодеваться. Завтра понедельник. Завтра работа. Завтра работа. Да. Как это называется, забываю? Лео, как черемоя. Это черемоя? Черемоя. Я ее купила, она была зеленая, была жесткая. Полежала несколько дней и стала мягкая. Это как химиотерапия. Да, говорят, что это хорошо. От рака. Нужно вот это кушать. Так вот она выглядит внутри. У нее такие странные косточки. Вот такие вот. Их очень много. Черные. Она очень вкусная. Это мы убираем. Шкурку тоже снимаем. И вот так вот кушаем. Косточки просто выплевываем. Папа наш хочет завести обезьянку. Зачем ему обезьянка, если вот она обезьянка? Опять не обезьянка. Вот одна обезьянка. Зачем еще одну? Обезьянку. Да, Макс? Высохли волосики. Угу. Дай потрогаю. Сухие. Завтра у Каролины в школе. Да. Будут проверять волосы, будут проверять голову, чтобы не было вшей. Такая проверка у них проходит один раз в год, по-моему. У вас? Не знаю. Помнишь, у вас вши были? В школе подцепили. Помнишь, как я вам их вычищала специальной щеточкой? Не помнишь? Тебе, может быть, лет 6 было, 7. В школе подцепили. Бонечку, спокойной ночи. Ребят, на сегодня будем заканчивать наш влог. У меня еще предстоит помыть посуду, смонтировать видео. Ксюши видео, Маргариты видео. Ксюша, мне нужно с твоего компьютера вытащить эту запись с экрана. Слышишь? Да. У нас же папа сегодня на русском говорит-то. Папа с вами сейчас попрощается. Лео.
Asu. Buenas noches. А по-русски? Спокойной ночи. Угу. Приятных снов. Приятных снов. Приятных снов. Приятных снов.